Всем привет! В сегодняшнем видео будем делать вот такие подставки для конфет. Обратите внимание, если сделать, допустим, рафаэлку, можно вот эту часть не выкидывать. В конце можно сложить. Это не его, просто я хочу показать, я его выкинула. Вот так поставить, и тут можно сложить рафаэлку, прям в открытом виде уже. Смотрится очень красиво. Я тут постелила такую велюровую ткань. Это нижняя часть, это была у нас крышка. Вы можете ножки, допустим, не приклеить, и будет вот она вот так оденется и будет смотреться красиво. Можно для бижутерии, можно для конфет. Делать его несложно. Вот эти бусины заказывала с Алиэкспресс, 5 ярдов стоит доллар с копейками. Ножки заказывала с Алиэкспресс, тут вот такие. И вот здесь вот такие у меня. Вот тоже оставлю ссылку. Тут по бокам уже какие-то другие конфеты. Нахожусь на балконе. Для мастер-класса хочу покрасить вот такие ножки.